На ТНВ «Время новостей Татарстана». В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наша тема. Безграничный Татарстан. Самое главное, что люди страдают от этого. Почему не могут документально обозначить границы населенных пунктов и всей республики? Узнал Дмитрий Оренин. Позитивный фон. Мы сейчас все, власть, мы все несем за это ответственность. Какие новости у депутатов для дольщиков скандально известных домов, расскажет Рамиль Шайдулин. По тротуарам как по катку. Невозможно пройти даже. Никак, вообще, караул. Вот асфальт. Вот. Об участках дороги, которые покрылись слоем льда. Альбина Минибаева. Ледяные скульптуры на воде и площадях. Возят по участкам, где и проходит новогоднее оформление. На ледяных стройках побывала Анна Городова. Кому веник, кому метла. Сегодня в Москве Общероссийский народный фронт раздавал необычные награды. Веники за чистоту в регионе, метла за халатное отношение к природе. Татарстан удостоен первой награды. Ее обещали отправить Рустаму Миниханову по почте. Сегодня в Москве завершился масштабный форум ОНФ с участием Владимира Путина. В эти дни предновогодняя многомиллионная Москва стала еще больше. Одновременно в столицу приехали сразу 4000 участников форума Общероссийского народного фронта под названием «Форум действий». Иначе как знаковым организаторы его не называют, самый масштабный, самый многочисленный. Ну а главное, что большая часть участников форума – это активная молодежь страны. Первое, что встречает участников форума – доска добрых дел. На ней каждый мог оставить свое пожелание и выразить свою любовь. А любовь к своему краю участники Общероссийского народного фронта уже выразили запуском проекта «Генеральная уборка», когда каждый мог указать на интерактивной карте место, где появилась свалка, и вместе с активистами ее прибрать. Координатор проекта «Генуборка» в Татарстане. За 11 месяцев 2017 года на территории Республики Татарстан обнаружено 553 несанкционированные свалки. Из них уже ликвидировано 416. За такую активную работу татарстанцы получат новый банный веник, как символ чистоты. Банный атрибут активисты обещают послать президенту Татарстана по почте. А вот тем регионам, где генеральная уборка хромает, достанутся метла. Но речь в течение двух дней на площадке форума шла не только об экологии, о медицине, о молодежи, о новых технологиях в образовании. Мы говорили об учебниках, которые не должны каждый год меняться для наших детей. Один из острых вопросов – обманутые дольщики. Активисты, в том числе татарстанские, а их на форуме было 12 человек, предлагают усилить общественный контроль за этой темой. Если есть отчисления на фонд заработной платы, значит, другие фонды, значит, идет нормальная зарплата. Ну и второе – должен выполняться график строительства. Каждый из вопросов, затронутых на форуме действий России, устремленное в будущее, касается рядовых граждан. Активисты сегодня поделились результатами труда с Владимиром Путиным. Президент пожелал общественникам и дальше быть такими же принципиальными и активными. Нам еще очень многое предстоит сделать. Это сбережение и приумножение нашего народа. Это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. В этот понедельник в Мюнхене в штаб-квартире немецкого концерна «Сименс» было подписано историческое соглашение между немецкими партнерами и Нижнекамскнефтехимом. Группа компаний «ТАИФ». Планируется, что в Нижнекамске в 2021 году будет построена современная электростанция. Стоимость контракта 325 миллионов евро. Все подробности от Тимура Бекмурзина, который сегодня вернулся из столицы Баварии. Сейчас мы находимся в штаб-квартире компании «Сименс». Это европейский лидер в производстве энергооборудования и приборостроений. Но компания еще известна тем, что она очень активно работает на российском рынке, сотрудничает с российскими предприятиями и компаниями из Татарстана. Президента Татарстана Рустама Миниханова, который прибыл в Мюнхен в сопровождении генерального директора группы «ТАИФ» Альберта Шагабудинова, встречает лично президент «Сименс» Джо Кайзер. Татарстанскую делегацию сопровождает также заместитель премьер-министра Баварии, министр экономики Ильзе Айгнер. Фрау Ильзе отмечает, что это событие можно назвать историческим. Татарстан и Баварию связывают давние крепкие отношения, а «ТАИФ» и «Сименс» сотрудничают не первый год.
Господин президент и наш премьер-министр в этом году довольно часто встречались. Благодаря таким проектам появляются новые рабочие места. Сейчас речь идет о тысяче рабочих мест. Президент Татарстана Рустам Миниханов солидарен с немецкими коллегами. По итогам 10 месяцев текущего года наш товарооборот с Германией вырос на 80%. Основной вклад в него внесли контакты с промышленными компаниями Баварии. Республика заинтересована в дальнейшем развитии контрактов и готова оказать немецкому бизнесу дополнительную поддержку. Что касается конкретно этого проекта, то экономически он выгоден обеим сторонам. Сегодня энергетические мощности должны быть очень конкурентными. То, что это им делает Казани, Нижнекамске, это повышает его конкурентность. Помимо важных экономических вопросов, реализация проекта положительно повлияет и на экологическую обстановку в Нижнекамске. Топливом для данной установки будут являться наши продукты переработки попутных нефтяных газов. Это значительно снизит воздействие на окружающую среду. Планируется, что через 40 месяцев после подписания контракта автономная электростанция в Нижнекамске заработает. Впрочем, ТАИФ и Сименс умеют сдвигать контрактные сроки. Подробности визита смотрите в это воскресенье в программе «7 дней». Тимур Бекмурзин, Андрей Кузьмин, ТНВ, Германия. По документам у Татарстана границ нет. Сегодня на совместной коллегии Росреестра и Кадастровой палаты выяснилось, в республике затянули работу по внесению данных в единый госреестр. Из более 3000 населенных пунктов в кадастре границы только у каждого десятого. Чем это чревато и чья недоработка, узнал Дмитрий Аренин. Вот здесь и есть граница. Вот на учебном центре. Уже начинается этот Петровский туда дальше. Вот так на глаз сказать, где начинается и кончается та или иная деревня, наверное, сможет каждый. Документальное же обозначение границ населенных пунктов и занесение этих данных в Росреестр в республике как будто столкнулось с камнем преткновения. Сейчас сведения о границах есть только на каждый десятый населенный пункт. Из 12 тысяч территориальных зон в реестре отразили лишь 15, а границы республики в кадастре и вовсе отсутствуют. И вследствие этого есть земля, которая неизвестно кому принадлежит. Такой участок, например, в районе предполагаемой неотмежеванной границы с Ульяновской областью. Эти белые пустоты для налогообложения не существуют. Самое главное, что люди страдают от этого. Люди сейчас по несколько месяцев ждут выписок, приходят к нам, мы подтверждаем, потом меняем. Сегодня на коллегии Алексей Песошин поручил местным властям и профильным ведомствам расторопнее заняться разграничением. Здесь Минстрой республики, Минземимущество республики. Необходимо организовать работу муниципалитетов в данном направлении. Претензии к органам местного самоуправления возникли в деле регистрации прав на недвижимость граждан. По новому законодательству это стало не правом, а обязанностью чиновников. Однако на деле мало что изменилось. Гонять заявителей, а не обращаться самим, к сожалению, продолжает оставаться общей практикой работы многих исполкомов. В отношении органов местного самоуправления мы подготовим протокольное поручение об организации работ по самостоятельному обращению за государственным кадастровым учетом и регистрацией прав. Облегчить оформление документов также призвано большее число многофункциональных центров. Еще татарстанцам советуют чаще пользоваться электронными сервисами. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Чистополе заселили новую многоэтажку. Жилье получили участники федеральной программы по переселению из аварийного фонда. Сегодня новоселье отметили 46 семей в шаговой доступности, детский сад и больница. В следующем году планируется строительство школы. В этом году по федеральной программе в городе уже сданы 4 таких дома. Мы вас поздравляем с этим днем. Пусть эти квартиры будут теплыми, уютными. Детишки пусть бегают и радуются на этой современной хорошей площадке. Думаю, что это новое жилье вам понравится. Как достроить долевые дома? Темпы нагнать помогут поправки в федеральные законы, а позаботиться о средствах дольщиков – ноу-хау от строителей Татарстана. Сегодня в центре внимания объекты проблемного фона. Стройплощадки посетили казанские власти и депутат Госдумы. Какие выводы они сделали, расскажет Рамиль Шайдулин. Здравствуйте, зайти можно? О том, что квартира станет обузой, Леонид Фоминых не думал, никогда ее покупал, никогда видел первые ударные темпы стройки. Но когда встали машины и замолчал застройщик, понял, что значит быть обманутым. Леонид Дольщик. Его будущее жилье в доме, который с 2012 года строил фон. Он мог бы достроиться раньше, эта ситуация не,
не получилось бы, как сейчас, с обманутой дочкой, потому что у фонда было очень много объектов, но это мое мнение, что просто не потянули. Проект надо полностью менять. За 6 лет из 4 домов жилого комплекса МЧС частично заселен лишь один. Сдать под ключ все обещают максимум до 2020 года, но сделать все быстро теперь в интересах инвесторов. После они получат земли уже в личное пользование. И это как раз то, что помогает инвестору получать экономику из достройки объектов. Весной сдают и дом Леонида. Лишь спустя 6 лет мужчина заезжает в квартиру, за которую сразу отдал полную сумму. Чтобы деньги собственников не уходили на непонятные им цели, теперь депутаты предлагают использовать так называемые крашеные деньги, когда сумма за жилье уйдет только на него. То есть никаких вот перетеканий с одного объекта, с другого. Как вот наш объект, мы понимаем, как это все возникало. Больная тема на госконтроле. В ноябре Владимир Путин поручил вовсе отказаться от долевого строительства. Вместо этого дома в России должны начать кредитовать не люди, а банки. Депутаты убеждены, нужно время привыкнуть к новым схемам. В Кремле на все про все дали 3 года. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Ледяная глазурь вместо тротуара. Казанцы негодуют. Кто должен чистить пешеходные дорожки ото льда? Сейчас по ним не пройти без риска для здоровья. Особо опасным горожане считают перекресток Гвардейская Кутуя. Приходится самим брать лопаты в руки. Фигурным катанием на тротуаре занималась Альбина Минибаева. Перекресток Адали Кутуя и Гвардейская, оживленный участок дороги. Где-то здесь должна быть пешеходная дорожка. По факту слой льда, поэтому не идем, а скользим. Скользко? Конечно, невозможно пройти даже. Осторожно идете, как идете? Буксуем, идем. Шаг вперед, два назад. На этом перекрестке разрешенную скорость выдерживают лишь автомобили, а вот пешеходы ее снижают. По словам казанцев, коммунальщиками здесь и не пахнет. Не видела, чтобы чистили. Вот здесь трактор проходил, а так нигде не чистили. Вот. Сколько, по-вашему, здесь слоя льда? Я не знаю, но сами смотрите, спичный коробок поместится, вот же. 5 сантиметров льда. На некоторых участках перекрестка каток, и пока коммунальщики выдерживают паузу, лед разрушают местные жители. Снег с лестницы убирает 62-летний Илья Гайнанов. Под наледью пандусы. Чиновники докладывают нам от ЖКХ, что они профинансированы в полном объеме, штат укомплектован. Так если у вас все в порядке, у вас почему такие улицы-то? Этот перекресток относится к Советскому району. Чистить тротуары и посыпать их реагентами должны дворники управления «Городские мосты». Прошедший снегопад и перепады температуры – их главное оправдание. Где-то вылезают, да, какие-то замечания. Вот, мы им говорим, чтобы они это планировали оперативно либо в ночь, либо в день. Это уже улица Восход в Московском районе. Те, кто постоянно здесь подскальзывается, рад и небольшим переменам. Ну, сегодня хотя бы песочком посыпали. А вчера и под песочком не было посыпано. Исполком Казани утверждает, ежедневно на чистку дорог выходит 600 единиц техники и почти столько же работников. Проблемы признают. Лед на тротуарах не тает по нескольким причинам. Это связано с дефицитом специализированной техники и стесненностью условий, вызванных припаркованными автомобилями. Все замечания своевременно доводятся до подрядных организаций и устраняются. Невероятно скользко. Казанцы пытаются проскользнуть через опасные участки. Перекресток на Гвардейской и Адели Кутую нам пообещали очистить уже этой ночью. Альбина Минибаева, Марат Сетгараев, ТНБ, Казань. За изображение, похожее на свастику, продавца в Нижнекамске оштрафовали на 2000 рублей. Нашивки с запрещенной символикой были нанесены на детские куртки для мальчиков. Репортаж об этом мы показывали в октябре. Сами торговцы тогда утверждали, что даже не заметили рисунков, когда выставляли товар на прилавок. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Владелец магазина был признан виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее. Предприниматели против председателя целого дома. Деньги получить не удалось у этой гражданки Камалетдинов. Почему бизнесмены на Таратского 19 говорят, что у них вымогают деньги? О конфликте Альбина Минибаева. Ледяные скульптуры на воде и площадях. Возят по участкам, где и проходит новогоднее оформление. На ледяных стройках побывала Анна Городова.
Больше 2000 татарстанцев обратились в общественную приемную партию «Единая Россия». 700 человек были на личном приеме депутатов «Единороссов». Итоги работы фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте подвел сегодня заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов. В республике действует 28 партийных программ, 5 из них финансируются из регионального бюджета. Это и благоустройство малых городов, модернизация здравоохранения, образование и ЖКХ. Отвечая на вопросы журналистов, Юрий Камалтынов высказал свою позицию по изучению национальных языков республики. Родной язык надо учить обязательно. То есть, если ты татарин, то ты все равно, ты обязан учить свой язык. Это нормальная практика многих государств мира, где государственный язык обязателен для изучения всеми, в том числе и даже не носителями языка. Но я говорю в данном случае о родном языке. Поэтому татарин обязательно должен учить татарский язык. Мариец должен учить марийский, чуваш, чувашский. И так далее. Участники программы соципотеки, переселенцы из аварийного жилья и граждане с жилищными проблемами сегодня лично встретились с представителями профильных министерств и ведомств. В Госсовете прошел круглый стол по обеспечению права на жилище в Татарстане. Организатором выступила фракция КПРФ. Обсуждение жилищных вопросов было жарким, у каждого участника своя история. Представители ведомств по каждому случаю обещали лично разобраться и действовать в рамках закона. Большое спасибо за явку на круглый стол. Я думаю, что сегодня мы с вами сможем обсудить и выйти на какие-то решения по тем проблемным вопросам, которые в этой сфере у нас присутствуют. Разбитые стекла, снесенное крыльцо, облитые краской двери и окна у предпринимателей в 19-м доме по Адаратского Казани. Бизнес давно не идет в гору. Они обвиняют председателя жилищно-строительного кооператива в вымогательстве. В счет фактурах прописывают доп. Услуги. Арбитражный суд признал их незаконными. Только руководитель ЖСК так не считает. О сути конфликта далее. Заинтересованное лицо – это я. И тебя здесь не будет. Деньги получить не удалось у этой гражданки Камалетдинов. Не подходите. Скандалы вместо успешного бизнеса. Спор между предпринимателями и председателем 19-го дома, что на Адаратского, длится не первый год. До этого парикмахерская лишилась лестницы и окон. В пятницу новый удар. В шоке вот от этого всего увиденного. Если вы обратите внимание, здесь сначала не били стекла. Вот. По мнению предпринимателя, облить окна краской приказала председатель дома. Еще 4 владельца таких же нежилых помещений говорят, с помощью неких прочих нужд. В счет фактурах председатель вымогает больше 10 000 рублей ежемесячно. Эти суммы у нас уже от 300 до 700, у кого-то они дошли. Имеется решение о том, что это незаконно. Законный платеж это, понимаете? Законный. А почему вы трижды говорите о том, что незаконный? Да вы понимаете, у нас все суды продажные. Председатели настаивают, земля под крыльцом для бизнесменов не бесплатная. Они арендуют ее у всех жильцов дома, поэтому ЖСК инициировала судебные процессы. После них часть коммерсантов остались без лестниц. Еще весной у этой парикмахерской была такая же входная группа, как у соседнего магазина. Сначала снесли крылечко, потом весь тамбур. Предприниматели говорят, разница лишь в том, что одни готовы платить председателю, а другие нет. Лестница, которая здесь вот служит для доступа в мое помещение, я должен платить. Это получается ситуация, что здесь стоит Камалетдинова и продает входной билет. Подпись самой Камалетдиновой, что она согласна, она принимает это нежилое помещение. Сейчас в суде идут споры, насколько необходимо было согласовывать со всеми жильцами строительство крыльца в нежилые помещения. Но даже если права владельцев квартир были нарушены, юристы советуют все взвесить. Они сейчас снесут все перегородки, они имеют право убрать все усиления, которые они делали. И дальше что? Какие последствия для устойчивости здания будут? Ну, в эту сторону надо тоже смотреть. После Нового года мы поедем в Москву, привлечем. А если не получится, мы пригласим бульдозер, всю ответственность возьмем на себя просто в один вечер, все снесем бульдозером. Предприниматели тоже намерены действовать решительно и дальше планируют обращаться в прокуратуру России. Альбина Минибаева, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. На частные экологические проверки жалуются бизнесмены Казани. Сегодня Волжский межрегиональный природоохранный прокурор провел встречу с предпринимателями. Здесь обсудили актуальные вопросы утилизации отходов, экологической отчетности и незаконных проверок предприятий Татарстана. По итогам было подписано соглашение между Чувашией и Волжским прокурором о взаимодействии в защите прав предпринимателей.
Не всегда предприниматель идет в кабинет прокурора. По разным соображениям, даже не вникая в это. А такая площадка позволяет чуть-чуть приоткрыть этот занавес и стать ближе. Они не только ловят преступников, но и борются за жизни. В Челнах полицейские спасли от пожара целый дом. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. На кону были десятки жизней. Мы продолжаем нашу рубрику «Разрешите поблагодарить» о невыдуманном подвиге. Радик Фархулин. Около 1 часа ночи я почувствовала запах дыма. В ту ночь Людмила Зотина уже спала, как вдруг почувствовала запах дыма. Заподозрила соседа, который часто выпивает и не раз забывал выключать газ в квартире. Дым через щели валит, значит, это уже какое количество его было. Я взяла вот так, такой, как ударила по двери. Она распахнулась, и оттуда дым прям в лицо. Я задохнулась. Приняли, выдвигаемся. За 5 минут до полуночи полицейским поступил звонок о возгорании квартиры. На место происшествия выехали старший сержант полиции Айсаф Камилов и его напарник Данис Давлетов. Источник огня – одеяло и матрас. Рядом – мужчина без сознания. Сомнений не было. Нужно спасать. Они его вытаскивают на свежий воздух, потом забегают, находят еще второго. Совершенно случайно, потому что про него никто не знал. Находят второго, его тоже вытаскивают. Пострадавшими оказались хозяин квартиры и его гость. Вероятно, мужчины выпивали. Им оказали первую помощь и до приезда спасателей самостоятельно потушили пожар. Быстренько побежал в ванну, взял, что попал под руку, тазик попался, набрал воды, забежал, воду впрыснул, раза 3-4 сходил, все, потушили. Спасибо им. От нас... От всех, вот, от жильцов, подъезда. Да еще вот должен, вот кто спасибо сказал, что их вытащили и спасли, ведь могли бы и угореть. После происшествия челнинские полицейские снова отправились нести дежурство. У них такая работа – людям помогать. Радик Фархулин, Анна Городнова, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигулин, ТНВ «Набережные Челны». Миллиарды на экологию от предприятий и жители, готовые в одиночку очистить целое озеро. Сегодня в Казани наградили победителей конкурса «Эко-лидер». По итогам года экологии в России Татарстан стал лидером среди регионов. Большая победа ковалась из достижений школьников и студентов, общественных движений, фабрик и заводов. С ответственными по своей природе познакомилась Лина Зинатулина. Группа компаний «ТАИФ». 6 миллиардов рублей в этом году на сохранение окружающей среды. В группе компаний «ТАИФ» эффективность производства идет бок о бок с его экологичностью. На вооружении лучшие практики. Сегодня новейшие очистные сооружения обеспечивают почти бесточное производство. 99% воды очищается и снова возвращается в цикл. Мы прекрасно понимаем, что за нами наши люди, которые живут в Нижнекамске, в Казани, в других городах. И они должны жить в чистых условиях и с тем, чтобы над их они дышали чистым воздухом, они пили чистую воду. Да, у нас развита экономика. Да, у нас есть нефтедобывающие, нефтехимические отрасли. Это те отрасли, которые оказывают нагрузку на окружающую среду. И в то же время мы видим, какая есть ответственность, какая есть экологическая, зеленая ответственность у этих предприятий. По-крупному заботятся о природе и простые татарстанцы. Кто собрал соседей на субботник, кто очистил озеро возле своего дома. Проводить эко-акции и учить соседей сортировать мусор Василию Микрюкову из Челнов вдохновила природа вокруг. Красивое зеленое место. И глядя со своего 6-го этажа, мне всегда хотелось что-то такое необъятное сделать. В итоге... Мы провели эко-осень на ипподроме. Телерадиокомпания «Татарстан. Новый век». Рупором зеленых акций были республиканские СМИ. Награда досталась и нашей телекомпании. «Эко-лидер» – это подведение итогов года. И не простого, а года экологии в России и года общественных пространств в республике. И успехи Татарстана оценили на федеральном уровне. Я хочу поблагодарить наших коллег в республике Татарстан за активную позицию и совместную работу в рамках года экологии. Здесь вы точно были в лидерах. Год экологии завершается, а следующий объявлен в России годом волонтерства. Но и тут Татарстан свою природу в обиду не даст. Только в молодежном движении будет чисто. Уже сейчас почти 7 тысяч участников. Будет чисто в Татарстане! Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Альметьевске начался детский театральный фестиваль с нежностью благотворительного проекта, учрежденного группой ЧТПЗ, уже 15-летняя история. В Альметьевске праздник прошел в 7-й раз при поддержке правительства Татарстана.
Как самое долгожданное событие встречают фестиваль юные альметьевцы и их родители. С первых дней посещает праздник и семья Лейлы Сайфиевой. Сегодня она пришла вместе с тремя детьми, чтобы приятно отдохнуть и увлечь малышей в многоликий мир искусства. Прививаем детей к культуре именно с этим праздником. Смотрите замечательные спектакли. Открыл благотворительный фестиваль спектакль «Аленький цветочек» в постановке Оренбургского государственного театра музыкальной комедии. На сцене развернулось увлекательное действие по мотивам знаменитой детской сказки с разнообразными декорациями и яркими световыми эффектами. В постановке занято более 20 ведущих актеров творческого коллектива. Музыкальное оформление выполнено известным композитором, народным артистом России Максимом Дунаевским. В фестивале «Снежность» мы участвуем второй раз. В прошлом году мы привозили наш тоже мюзикл «Кот в сапогах» в город Челябинск. В преддверии Нового года выступать на фестивале «Снежность» в вашем прекрасном городе перед детьми – это огромное-огромное счастье. За время существования зрителями фестиваля «Снежность» стали более 20 тысяч детей из нашей республики, а сам фестиваль приобрел статус яркого события в культурной жизни Урала и Поволжья. Предприятие группы ЧТПЗ и сама группа ЧТПЗ, ее акционеры, они всегда нацелены на то, чтобы не только производить продукцию, но и развивать то, что вокруг находится наших заводов. Будь то в Челябинске, в Первоуральске или в Альметьевске. В рамках фестиваля в Альметьевске выступили 4 российских театральных коллектива, спектакли и мюзикл «Посмотри, как я летаю». Также состоялись выездные спектакли для детей с ограниченными возможностями и творческие встречи с молодыми работниками завода «Алмаз» и студентами колледжа будущего Татарстана. Альбина Слагараева, Фуат Гасим, Булат Шафигуллин, ТНВ, Альметьевский район. И Лаврадио предлагает казанцам и гостям столицы поделиться своими пожеланиями и новогодним настроением. На частоте 107,8 FM на радиостанции стартовала акция «Новогодний микрофон». Хочу всем пожелать на Новый год, чтобы исполнить все мечты. Все желающие могут прийти и записать свое новогоднее поздравление в открытой студии Лаврадио, расположенной в торговом центре ГУМ на втором этаже. Новогодний микрофон будет работать до 28 декабря каждый четверг, пятницу и субботу с 17 до 20 часов. Новогодний микрофон – это прекрасная возможность нам получше познакомиться с нашими слушателями, а им посмотреть на нас. В неформальной обстановке мы можем встретиться здесь, в открытой новогодней студии, пообщаться с ними лично, ну и, конечно, записать новогодние поздравления, которые потом услышит еще и весь город. Все записанные поздравления прозвучат в праздничных эфирах радиостанции в программе «Big Love Message» с 12 до 13 и с 19 до 20 часов. Вашим близким будет невероятно приятно. Это станет самым настоящим новогодним сюрпризом. Поэтому мы счастливы сделать казанцам вот такой подарок. Авторов самых оригинальных поздравлений ждут подарки от Лаврадио, пышные елки и главный приз – рождественский ужин. Любите, будьте любимы и обязательно слушайте Лаврадио. Лед на реках стал материалом для новогодних скульптур. Городские парки и площади Челнов начали оформлять ледяными фигурами. В этом году с этим пришлось повременить, так как погода не позволяла. Сейчас строительные работы идут и в Казани, Анна Городнова о ледяном строительстве. Замерзшая Кама дает стройматериалы. Ледяные блоки начали вырубать еще в конце ноября, но с погодой не поспоришь. Из-за потепления работы отложили. Сегодня все сначала, благо лед набрал нужную для вырезки толщину. Два слоя, один имеет белую окраску, это у нас непрочный, пористый лед. В этом году ледостав был поздний. Для скульптуры лед должен быть не менее 15 сантиметров. После вырезки блоки обрабатывают и развозят по участкам, где и проходит новогоднее оформление. Из заготовок рабочие делают сказочные фигуры, ледяные горки, катки и игровые лабиринты. Сегодня уже сейчас погода позволяет. Мы должны подготовить это количество 15 штук ледяных блоков. Но мы, наверное, в течение недели 10 эти блоки подготовим. Фигуры изо льда челнинцы увидят уже на следующей неделе. Холодная сказка предстанет на площади Азатлык и Боровецком бульваре. Ледяной городок в столице республики в этом году решили построить возле главной елки на площади перед центральным стадионом. Последние несколько лет его строили возле театра «Кукол Акият». Сейчас территорию обнесли забором, чтобы горожане не мешали процессу. Казанский городок украсят Дед Мороз, Снегурочка, символ чемпионата мира по футболу «Волк-забивака». Появятся ледяные горки для детей и взрослых. Каркасы для них уже готовы. Для гостей комната обогрева с горячим чаем и мультфильмами. Площадка откроется 29 декабря, если морозы будут крепчать. Анна Городнова, Ксения Антонова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Далее прогноз погоды, после чего программа «Вызов 112». Мы же встретимся с вами в 21.30. Всего вам доброго.
Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Зеленый дерби вновь осталось за Казанью. Игроки Акбарс и Салават Юлаева провели третий по счету матч в континентальной хоккейной лиге. И третий раз подарили болельщикам настоящий хоккейный триллер. Казанцы горели желанием взять реванш за минимальное поражение. Первая атака Дениса Зарипова могла завершиться взятием ворот, но в концовке немного не повезло. Однако дебютную шайбу забросили все же хозяева. Отличился канадский нападающий Роб Клинхаммер. В начале второго периода гол забил также легионер, но уже в составе уфимцев. Хартикайнен что сравнивает. И тут произошло небольшое хоккейное чудо. Зарипов забросил победную шайбу за 4 секунды до последнего перерыва. Итоговый счет 2-1 в пользу Акбарса. Я считаю, что хорошая игра была. Они же тоже как бы работают, играют. Тем более у них команда на подъеме. Интересно, думаю, игра была довольно жесткая. Стычек много было. Такая. Накал хороший был, считай. Россия и Япония проведут год обмена в области боевых искусств. Президентом страны Владимиром Путиным 2018 объявлен перекрестным годом двух стран, в рамках которого планируется провести множество спортивных мероприятий. В календаре запланированы показательные выступления российских спортсменов по традиционно нашим видам спорта, к которым относится и национальная борьба крэш. Борцы должны представить наш вид в октябре-ноябре 2018 года в Японии. Путин неоднократно отмечал важность популяризации спорта как профессионального, так и массового. Проведение мировых международных спортивных мероприятий в России – одна из стратегических инициатив президента России. К другим темам. Татарстанские силачи снова на пьедестале. В Липецке завершился всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера Владимира Савченко. Бугульминец Роман Данилов одержал победу в весовой категории до 50 килограммов, а Всеволод Шабыров стал победителем весовой категории 77 килограммов. Параллельно в Липецке проходили всероссийские соревнования общества «Динамо» среди мужчин и женщин. Оба спортсмена пополнили копилку своих наград золотом. При этом Всеволод Шабыров выполнил норматив мастера спорта России. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер» быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. «Данил Мастер» – настало время низких цен. Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Спонсор выпуска – Банк Восточный. Всем, кто не ждет, а дарит радость близким, новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Адреса в Казани – Тазигизата 15, Пушкина 54 и Зорги 11Б. Ну что ж, а теперь о погоде. В республику пришла настоящая зима. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана будет малооблачно и до 9 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана малооблачно. Во второй половине дня ожидается снег. Температура воздуха составит минус 13 градусов. На севере республики местами снег и до 12 градусов мороза. На северо-западе небольшой снег. Там температура воздуха составит минус 13 градусов. На юго-западе временами снег и до 8 градусов мороза. В центральном районе республики во второй половине дня ожидается снег. Температура воздуха составит минус 11 градусов. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр ГАЗ «Луидор». Успейте купить автомобиль ГАЗ по старой цене. Адрес Казани – Гашека 7, телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успеете купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашека у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица Гашека 7, Сибирский тракт 59. 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмара» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмара. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба.
предстоящие сутки в Казани ожидается снег и до 11 градусов мороза. Ветер южный слабый. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В первой половине дня ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Спонсор выпуска ООО «Акбарс Недвижимость». Квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до 500 000 рублей. Дополнительная информация по телефону 295-77-77 или на сайте akbarsdom.ru. Распродажа года в «Акбарс Недвижимость». Скидка на квартиры от 500 000. Звоните прямо сейчас. 295-77-77. Такие цены только раз в году.